планировал, я переставил вот эти штуки сюда, которые ювелирные. Здесь в будущем, я так думаю, у меня и будет как раз таки ювелирный пол. А, и ювелирных зелий, мне кажется, больше не будет дальше. Поэтому я ничего не потеряю. И я переделал вот эту комнату под вот эти структуры, которые... Кто они там? Гнездо вредителей. Здесь вот стеночка так огородил, и теперь там у меня плодятся крысы. Вон, их там видно. Да, уже все закончились, кразделцы. Также пол здесь алхимический. Зеленый свет просто так. Потому что зеленый пол. Он чуть-чуть такой зеленый. И давайте фармить этих крыс. Одну для пробы уже убил. Теперь смотрите, с них падают разные семена и еще шкуры. Много, кстати, шкур падает. А, нет, видимо, застакались. А, вот она... Нет, она не закончила, потому что... Да, тут, кстати, очень много. Давайте разделим. Я разделил, потому что не смог положить. Меня крысы тут не давали нормально все поделить. Вот, пусть здесь штуки производятся. А пусть фармится тогда до конца. Ну и в итоге так вот получилось у меня. Мне нравится то, что здесь, конечно, стена так идет. Две двери. Но, наверное, так это все останется. Вот эту штуку здесь надо, очевидно, убирать отсюда. Это вообще не к месту. В принципе, можно так и оставить. Типа здесь цеховая такая область, там вот эта штука. Так себе выглядит, но пойдет, наверное. Если дальше декор еще какой-то появится, то можно лучше задекорировать. Мне кажется, будет нормально смотреться. Здесь пол, блин, вот этот, конечно, грязный. А глобус, надо его тоже будет убрать, как-нибудь не забыть. Окей. Так, дерево еще не выросло. А мне нужен следующий босс тогда. А, кстати, давайте чекнем, что за предыдущего дали. Дали от теней. Можно его прямо сейчас построить, да? Сильная доска нет, мне тут досок сильных нет. А, свитки. Точно. У меня свитки накопились, давайте что-нибудь откроем. Случайные, блин, я хочу пол. Пожалуйста, давай, пол. Меч. Безжалостный железный меч. Но нет, это low level уже для меня, я так понимаю. Универсальное оружие. Мечи в целом мне, наверное, больше пока что не нравятся из-за своей обилки. А, нет, не у мечей, я с копьями путаю. У мечей обилка, крутилка. Не, мечи, кстати, прикольные, да, мечи мне нравятся. Может быть, если бы не коса, то я бы с мечом играл. Там ешка прикольная, ну крутилка... Блин, нет, кстати... Нет, коса, кстати, круче, да. 18 левел. Ну тут 18 левел, у меня коса как бы тоже 18. Где у меня тут меч лежит? Какие-то я складывал свои старые вещи. Да, вот. Меч. Сейчас вот эта крутилка, она тупо долгая. То есть она кастуется... И кастуется очень долго. Здесь точно такая же крутилка, но она как бы подошел и все. Ударил. Как бы урон нанесен. Ешка. Ну, ешка на боссов не работает, например. То есть на обычных мобов ты их, да, подкидываешь. Ты потом рекастишь и наносишь урон. А здесь просто, блин, кинул Е и все, она дамажит. Причем много дамажит. А через пейс накинул дебаф и как бы еще больше урона. В общем, коса мне очень нравится. Это же так работает, там магический урон, который затем... С вашей следующей атакой запускается снаряд, нанесет 75 магического урона, который затем отскакивает от других врагов и накладывает эффект усиления, который на 5 секунд повышает получаемый урон. Да, 25% больше урона. Ой, солнце вышло. Солнце вышло, да? Я, наверное, по АФК немного постою. Мне неохота под солнцем куда-то идти сейчас. Ближайший из этих шкур нафармил с крыс. Ну. Стоп, а мне только вот эти, что ли, падали? А, нет, вот эти еще падали. А, все три? Там столько крыс было, всего выпало три, реально? Так мало? Ну ладно, вроде не стопроцентный шанс, поэтому нормально. Так, давайте еще тогда дойти, досмотрим. А, зелье защиты от серебра? Такой себе, блин. Проблема в том, что как бы серебро у тебя не всегда есть. Не знаю, что ты идешь
куда-то у тебя случайно эти монетки находятся. Ну, я так понимаю, это нет монеток нужно защищать. Стоп. Они хотят сказать, что... А, мне серебряная руда будет дамажить? Лол. А, кажется, я понял. Это получается must have, да? Чтобы играть дальше. Какой у тебя рецепт призрачный гриб? Круто. А, стоп, а можно выращивать призрачные грибы? Мне семья ничего не находил. Хотелось бы найти. И вот эта штука еще есть. А, кстати, во, блин, мне надо, надо. 21 левел пойдет. Скорненный этот. Понимаю, я могу ее скрафтить. Ну, как минимум, у меня есть рецепт. На этой штуке. Да? Да. Да, могу. Давайте скрафтим. 8 этих у меня есть. Как минимум, у меня есть рыба, в которой есть 8 золотых. Она, конечно, как бы похуже, чем моя. Моя дает как бы больше эффектов. Но это и gear level. На 3 выше. Так, спектральная пыль. Блин, что такое спектральная пыль? А, это... А, у меня нету рецепта спектральной пыли. Да, блин. Я же не могу ее крафтить. Сейчас чек. Не могу. Дробилки, по-моему, это спектральная пыль делается. Из-за этого кварца, который мы находим. Блин. Да, из вот этой штуки кристалл призрака и драгоценная пыль. Но у меня нету рецепта. А, ну ладно, ладно, окей. Там в любом случае шмотка уже фиолетовая. Как бы понятно, что это редко. А кто мне даст этот рецепт? Так, Джейд не даст. Джейд даст вот эту штуку. Эссенция первородной крови. Я, кстати, я здесь запустил... Я так понимаю, у меня... Вот это вот происходит из-за того, что я играю один, а не на сервере. И у меня как бы, когда я не играю, время не идет. Если играть на сервере, то время идет, и вот здесь вот как бы написано, что 8 дней. То есть, если я не буду заходить 8 дней, то у меня вот это все как бы пропадет. Но из-за того, что я играю в соло, то все не работает, все эти механики. Поэтому у меня очень много этой штуки. А, и, соответственно, я тут накрафтил вон 18 вот таких штук, и это для меня супер дешево. И, типа, вот эти штуки мне крафтить тоже особо недорого. Поэтому мне нужен этот рецепт. За этот рецепт как бы тоже у меня уже есть, вот этого у меня как бы нет. Но вот эти штуки я не знаю, где брать превосходное сердце. То есть мне еще не падали такие. Рецепта на них у меня тоже нет. А вот этот рецепт у меня как бы... Могу его скрафтить. Он мне нужен. Поэтому Джейд мы будем убивать. А дальше эта штука просто прыгалка, окей. Тоже сходим, у нее 62 все, да, у меня 64. Да, это вообще окей. Вот она пыль. Ну, три босса это пыли. Валь призрака. Блин, некрасивая. Хочу красивую. Блин, у меня плащ очень реально очень красивый. Не хочу отдавать. Блин, машина, почему нельзя плащи кастомизировать? И еще банши даст. Банши, кстати... А, я, кстати, я знаю, где это. Мы, по-моему, проходили мимо банши. Флакон защиты от святости. А, вот, да, следующий тир святости защита. Перская нить. Слиток золота. Короче, наверное, следующей цели у нас вот эта штука. Блин, а... Большой взрывчатый ящик. Перенесите осторожно, поможет уничтожить крупные источники ресурсов. Стены и двери. Против каменных стен. Это типа другие замки уничтожать? Я так понимаю, мне это не надо. Давайте отслеживать Джейд. А, день... О, кстати, день. Короче, да, я пойду быстренько разберу инвентарь и пойдем на Джейд. Так, все, поехали к Джейд. Может быть, а... за шкуру лежит. Это лошадь кто-то? А, блин, лошадь, походу, погибла. Ладно, у меня тут еще три есть. А... Нужна ли мне лошадь? Назад, типа, вернуться? Ну, давайте, ладно, давайте там лошади. А, я зелье не взял. Да что, я же... Блин, все было... А, я только что подобрал это. Так, стоп. А куда мне ниточка показывает? Можно еще раз?
Я пропустил. Туда. Окей, поехали налево, так, телепорт. Блин, мне надо, короче, не в толпе найти. Очень важно. Блин, она по дороге ходит. И у меня левел большой, мне кажется, мне уже пофиг на где она ходит. Так, ну где-то там, так-то не она вроде бы. Тогда толпу пропустим, заодно посмотрим. Нет, у меня лошадь застряла. Да, ты туда показывай, давайте по карте глянем. Стоп, в смысле туда. Давайте плюс-минус сюда сейчас доедем. Они развернулись, что ли? Блин, ясно. А, не лагай. Там, да? Давайте наверх продвигаться. Так, подлагивает, конечно. Дивно немного. Ага, слева. Мне надо на ту дорогу. А, чеснок не надо. Дайте без чеснока. Это она? Да, это она. Так, давайте лошадь здесь поставим где-нибудь в тени. А, в смысле, all right. Давай без all right. Не та ульта. Ладно, пофиг. Жесть, она прыжок. Пушком завидел мою... А вот и стреляешь. Так, ну тут лазер, но очень круто выискивать у нее. А, мне нужно... Это ульта у нее была или что? Мины джейд не умеет ставить. Не джейд. Вот, после прыжка умеешь, да, делать. Да, что-то хай левел прям вообще жестокий. О, инвиз, да-да-да, инвиз у меня тоже есть. А, это все в меня влетело. Отпрыгать, Она призывалась где-то. Она умеет пошевелить своей этой штукой? Охренительная цель, как всегда. Это ульта, кстати, была, по-моему. Офига, вы видели, как крутилось? Ну, хай-левел супер жесткий просто. Вы ничего не можете сделать. А, Сайленс. Я попался под Сайленс? Ну, по идее, Сайленс... А, сквозь дерево. Если... Блин, хватит спрыгивать. Ой, там чуваки идут. Я, по идее, закончил. Короче, Сайленс, она кидает Сайленс, если ты ничего не кастанешь в это время, то Сайленс не сработает. Обилочку Джейд, пожалуйста. Хочу обилку Джейд. Это там золотое украшение, да, еще вот тут. Так, чуваки, ну вы-то куда лезете? У меня, кстати, не было крови. Крови дрался. Ай-яй-яй. Меня сейчас обычный чел убьют. Нет, стоять. Плохо. Собака умрет. Сейчас от этих чуваков кину. Не-не-не-не-не, чувак, ну поли. Все? Все? Это огонь, я думаю, что-то золотое выпало. Так, ты чё себе обилку джейд уже? Так, мне нужно похилить кровь и похилить, в принципе. Так, вы ничего, кто обилку джейд. Так, что-нибудь крутое. Блин, это ульта Шквал Хауса. 24 сверххаус, это ульта Джейда, который при прямом попадании наносит врагам 75% своего магического урона, 75 урона по площади, а также накладывает эффект горения хаоса. Ну, не совсем моя билка Джейд, конечно, но это ее ульта. Правда, у нее ульта. У нее вообще снайперка, как бы у Джейда. Но тут немного не тот сеттинг. Тут как бы все с косами и арбалетами бегают. Она со своей снайперкой ходит. Потом нам дали как бы магический, да? Это оно? Лошадь, прости.
Я вроде лошади не наношу урон. Но это типа ульта Джейд. Она 4 раза стреляет. Ха. Я, кстати, не помню прям ульту Джейд, какая у нее была. Ну, вроде 4, да. Ну, окей. Ну, ульта, в принципе, круто. Потому что, ну, все остальные. Ну, инвиз, наверное, хрень. Я бы даже, наверное, не хотел прыжок. У нее не сочетается с другими прыжками. Что у нее там еще есть? Выстрел из дробовика на R, это как бы тоже немного не сочетается. Это, опять же, дробовика в этой игре нет. А ПКМ, просто снайперский выстрел, как бы тоже не тот сеттинг. Тут как бы это тоже не из пушки я стреляю, просто магией. Окей, пойдет, пойдет. Если бы дали вообще не ее билд, я бы, наверное, расстроился. Так, хотя бы в таком стиле. Так, я, наверное, еду обратно и идем еще кого-нибудь убьем. Потому что Джейд особо ничего не дала нового. Так, куда я вообще еду, блин? Ну, давайте, ладно, я приеду домой и поставлю на кого-нибудь еще трек. И почекаем еще кого-нибудь босса. Еще прочитаем про Джейд, потому что я... Ну, я читал до этого, типа, про нее. Охотница из знатного дома Брайт Хейвена, известна своим новаторским оружием. Она посвятила свою жизнь охоте на легендарного вампира Стикса. О, это, кстати, в призрачных землях ходит этот чел. Чтобы совершить свою месть, она украла из дома целый арсенал экспериментального оружия. Ну, оружие, да, не тот сеттинг, конечно. Как бы тут все вон с посохами ходят, чуваки, с мечами. С луками, она тут со своими револьверами. Ага, ага. И снайперкой. Ну, окей. А кто дальше? Получается, вот эта штука. А герцог Балатона. Получается, сейчас всех, кстати, по порядку убиваем, да? Никого не пропустили. Блин, круто. Не так много остается, но... Окей. А герцог Балатона, глава семьи, которой принадлежали эти топи еще с тех пор, когда здесь было много обитателей. А со временем проклятая земля превратила его в ужасную искороженную жабу, в которой остались лишь жажда золота и драгоценностей. Он ревностно охраняет свои запасы забытой и уже никому не нужной валюты. Так какой валюты? Золото? А день, конечно, там сейчас наступает, но... Я сейчас, пока я туда приду, будет уже этот, ночь. Давайте также я возьму для коняшки один баф. Конечно, он не такой сильный, прям как хотелось бы. Но я думаю, пойдет. Так, саму коняшку тоже надо не забыть. Так, возможно, кстати, на этой штуке мы протестируем ульту новую. Чё, встал? В смысле, спрыгнуть? Блин, тут подъем как бы, лошадь. Что купим? Стоп, я вот трек не повесил? Почему я не повесил трек? А как так? Я же вроде нажал отслеживать. Ладно, странно. Давай сейчас быстренько вернусь. Почему я не нажал трек? Я же, блин, только это и нажал. Отслеживать. Так, ну жабу я же правильно определил, что она на топе. Больше она нигде не может быть. Возможно, я даже знаю, где она тут сидит. Где-то там, да? А, нет, наверху. А, точно наверху? Можно еще раз, стоп? Нет, не наверху, да? Блин, скажи нормально уже. А куда мне ехать? Вон туда. Стоп, это... А, это реально наверх? А, вот сюда может быть? Болото алчности. Охваченный алчностью, герцог охраняется... А, да, все. А, принца жаба? Я такое уже видел. Недавно причем.
Хотя уже давно, ладно. Не буду спойлерить. Вот, кстати, жабы, но это маленькие жабы. А, и чуваки желтые для меня. Блин, 64-е недавно были красными. Теперь они желтые. Насколько просто вот Джейд, которая, блин, просто желтая, и все, она отъехала с первого трая. Предыдущий чувак тоже с первого трая отъехал, потому что он желтый. Насколько просто гир решает. То есть вот чувака, который убивал там в этом... О, Скалпиндермор. А, не трогайте меня. Так, все. Кстати, тут теней много, хорошо. Ой, стоять. Ну, давайте потренируемся, но убивать жаб. Так, вот чуть ульту не слил, кстати. А, заодно попытаемся. 23%, ну ладно. Что-нибудь выпало с нее? Кстати, жабы я еще ни одной не убивал. Хитин. Тихо-тихо-тихо. Хитин с нее падает. О, там это, рыба. Поймаем? Что-нибудь прикольное, давай. Ну, прикольно, мне кажется, самое прикольное, это получается... Ну, не считая книг, то есть из рыб это рыба, которая золото дает. И это не она. Блин, а это вообще? Да, полная хрень. Так, будем ждать ночь или... Вот она. Проклятая слизистая жаба. Я ищу герцог Палатона. Нет, это не, не то. А, это, кстати, комаров повстречал в этом. Да, вон летит, например. Давайте попробуем сагрить этого комара. Смотрите, как он выглядит, да? Немного не то. Давай в стену. Я видел, как ты умеешь тут в стены врезаться. Ну и блин. Или он в камень только врезается? Ну, короче, этот комар с разгоном просто влетает в камень и там долбится в нем, ему пофиг. В общем, выглядело это прикольно. Ну, видимо, из-за того, что дерево так себе выглядит. Ученый 42, ну-ка, блин. Комары, ученые, что? Слышь? Ученый 42 у меня тут как бы. А сила заклинателя увеличивается, и заклинания перезаряжаются быстрее. Окей. Интересно. Ученых мы раньше не встречали. Блин, как ночи долго еще ждать. 2, 3, 4, 5. А, можно быстрее? Крутись уже. Нельзя ускорить кручение планеты? Так, ну давайте хотя бы посмотрим на босса. Вон он, да? Фига здоровый. Жаба. Болото алчности. А, ну это тут полностью под солнцем. Так что смысла драться под солнцем нет. У меня, кстати, зелье лошади до сих пор действует. А, или я сожрал только что случайно. Ой, дурак. А когда я сожрал? Я единичку случайно нажал, да? Один. Ну, блин, не знаю, ждать, не ждать. Давайте и жаб походим, поубиваем пока. Семьдесят животных. Ну, я, наверное, ученым останусь. Железо давайте добудем, ладно. Железо уже прям в больших количествах мне особо не нужно. Так что, в принципе, и в пещерах оно прям супер легко оформится. Так что проблем с железом нет. Чё тут нет никого больше? О, о, давайте скалпендерморф убьем. Да, ты кто? Животные тоже. Тут много животных, точнее все животные. То есть, получается, кроме комаров, ученых, все тут остальные животные. Чувак, который в инвизии сидит, животные, волки, медведи, а ведьмы тоже, по-моему, животными были. Жабы. Все, почти уже ночь. Давайте с ульту заодно зачекаем. Мне кажется, это хорошая ульта. Во много урона. Она, конечно, применяемая, то есть она кастуется некоторое время. Ее, мне кажется, могут ее сбить. Вот если собьют, это плохо.
Но надо какой-то момент подгадать. Там, например, либо открываться с нее. Блин, реально хреновая ульта. Мне кажется, ульта с пауками супер хорошая. Внезапно. Я называл ее плохой. Ну, типа, тебе ее не сбить. То есть у тебя моментальный каст призыв жабки этой паука, то есть. Он сам по себе там урон наносит. То есть, может быть, его могут убить, конечно. Все, он спил ночь, поехали. Давай, жаба, что ты умеешь, покажи. Главное, не призывай никого другого больше. Ну, кстати, урон, блин, хороший, мне кажется, супер. Она прыгает очень сильно, да? Она встанет, стоит еще очень долго, я так понимаю. Меня подлагануло, она вроде языком вкуснула. Ой, блядь, что я там говорил? Она меня съела. Хороший взор, блин. Мне нужно спейс против прыжка оставлять, я так думаю. Надо ада убить. Ада убить, ада, блин. Ой, не прыжок. GG. Так. Я бы очень активно прыгаю. Так, мне кажется, цель мне тут бесполезна. Что-то я вообще не могу найти. Почему жаба умерла? А, выстрела новую. Прекрасно. Чуть мне пока не нравится этот босс. Не знаю, это вроде она не совершает мне хотел. Так, давайте хил, потому что что-то с адами драться такое себе. Это не хилка. Это не хилка. Я не понимаю, когда она меня жрет. То есть кто-то притягивает, вроде не жрет. А когда жрет? Жаба, кстати, супер напоминает ту жабу, про которую я не хочу говорить. Я не хочу, блин, там это просто босс, это спойлер. Что там происходит? Там вроде вот это сожрать хотел. Вот как на втором Dark Souls этот толчный демон тоже может сожрать вас. Ну, кстати, прикольно, он сжирает. Что? Можно побольше адов? А, босс основной у меня. Он когда вас сжирает во втором Dark Souls, он после этого... Что происходит? Ну, так много всех. Он, короче, броню с вас снимает, да, делает. Почему так много адов? Можно адов побольше? Мало, мне кажется, адов в деле. Что-то я хз, что-то делать. Очень много адов. Понятно, что происходит. Можно сожрать. Все куда-то прыгают. Не видно вайдзоны, нет. Некоторые вайдзоны не видно, из-за того, что они в вике, вон, под землей. Такое себе. Кажется, я иногда в них из-за этого попадаю. Ну ладно, давайте еще раз. Тут вроде не сложный босс. Мне вот эту билку надо померить, потому что... А, защищаться тут практически нечего. Давайте на уешную какую-нибудь штуку. Окей, сейчас, я думаю, справимся. Просто адов, блин, не знаю. У меня, когда я вижу адов, сразу перестает нажиматься... Короче, мозг отключается. Это, по-моему, всем пофиг то, что я тут крысы бегаю. Все равно меня сагрились. В общем, крыса, я не знаю, для чего крыса нужна. Крыса не работает против зверей. Не знаю, либо как-то по-особенному ее нужно использовать, либо хз. О, уже босс. У меня сердец нет, да, с собой? Ну, давайте нападем, ладно, пофиг. Блин, камера еще крутится, то, что тяжело. Это, наверное, да, она жрет или что? А, нет, она прыгает и жрет сразу. Только за как это отличить. Не достало. Блять, тарки-то не хватает. Я не могу, мне надоело уже камеру на нее поворачивать. Ты брала, да? Эй, чё? Фин, устань, крыса. Жаба. Эй, фин. А-а-а, плохо. Блин, я мелкий. А, она... ГГ, господи, чё так плохо-то? Да, блин.
даже не пол хп не снял. Там плохо. Ну, не знаю, не знаю, блин, Адель супер бесит. Кстати, их не, ну, как бы, в начале, да, на половину хп она призывает по одному аду, но потом она, как бы, призывает по 200 миллионов адов. Потом, не знаю, неохота психично с этим боссами драться, который призывает кого-то. Ладно, сейчас соберусь, убьем. Так, нужно быстрее, пока ночь не кончилась. Не разобраться уже. Почему у меня вообще там много урона так вошло, я даже не понял. Так, открываемся с ульты, ничего не меняем. Ну, короче, камеры крутить, вот что меня убивает на самом деле. Выстрел свою мелкую жабку. А, камеры крутить, конечно, такое себе. Да, меня замедляют еще очень много. Дала забрать. Опять много будет он. Отстань, стоит. Иду. Блин, чита, блядь, она прыгает, пиздец. Где мелкая жаба, не знаю, она умерла от чего-то. Я мечта вообще нереально что-то. Когда мне, блядь, вставать? Пиздец. Она типа, да, пока стоит после пушка и что. Блядь, как же много жаб. Очень много возьмем. Прям супер много. Давайте хотя бы одну убьем. Блять. Как? Ну, не могу тут эту штуку. Блять, нет, что? Да, нужен щит. Блять, и все нужно. И то и нужно, и щит нужен. Блять, места нет. Блять, очень много, я вообще не успеваю кастовать, я, блядь, только делаю, что мне, блядь, хожу. Пиздец. Да его еще, мне кажется, ее надо обратно идти. Блять, камеры надо крутить, когда ты успеваешь. Она, блядь, вроде приземляется, при этом она дамажит меня еще. Блять, туда это тоже делаю. Вот. И уйду, кстати, вообще хотя бы, да. 5-7 секунд, сука. Блять, а где пробел? Я нажал, да? Сука, ГГ. ГГшечка. Очень много вейт зон, я, блядь, просто ничего не могу кастануть большую часть времени. Жесть. Лягушки вроде и пережил как-то. Блять, ну как мне убивать лягушек и блядь, хилиться еще? У меня, блядь, одна кнопка, блядь, я не могу, блядь, нет, реально вторую кнопку приходится всегда биндить на какую-нибудь защиту, потому что, ну, не могу, блядь, вот она подходит ко мне и делает удар, я не могу, блядь, даже отойти тупо от этой хуеты, я не могу, блядь. Что мне, блядь, делать? Спейс в КД, блядь, защиты нет никакой, все, ГГ, получаю урон, блядь. Охуенно. Вейдзон очень много вейдзона, просто, блядь, приходится по КД идти, а когда я что-то кастую, у меня я останавливаюсь на месте. С арбалета, что ли, ее убивать? Арбалет супер долго заряжается, я... и ульта мне надо менять лету. Потому что мне не применить, она кастуется на месте, и на месте я не могу стоять, потому что очень много вейдзонов в меня летит. Короче, ладно, блин, сейчас день будет. Давайте это, короче, ночь, о, день скипну и ночью еще раз будем тратить ее. Ночь наступила. Вы знаете, как сделал? Я бы, наверное, открылся с этой ульты, но потом бы ее поменял на другую ульту. Например, паучков даже. Кстати, да, хорошая идея. Ну, давайте. Так, поменяли. Ой, блин, перевичка. Страшно. Я не понимаю, когда меня жрет.
А, она сквозь щит живет, хорошо. Отличная информация. На скелет. Скелет все равно писался, хотя почему? Блин, скелет хорошо. Блин, она нас сожрала не второй раз сквозь щит, нечестно. А можно третий раз это не делать? Блять, она будет атаковать или что? Я жду вот так как-то. Пиздец. Я не могу идти, да? Я могу. Блять, я щит поставил. Да почему сквозь щит-то, блять? Краще. Спаление подходит. Заебало жрать! Это четвертый раз просто подходит, блять, хавать. Что я, блядь, должен сделать? Пиздец. Спасибо. Не могу идти. А это вот не такое. Блять, пиздец. Она, блять, хавает сквозь щит, охуенно. Ну, блять, то, что она жрет, это вообще какая-то хрень. Она просто подходит и жрет, я ничего сделать не могу. Защит не работает, только спейс. Но мне получается спейсом, а прыжок, как ее дефать. Она как бы приземляется, она дамажит. Я вообще ничем не могу. То есть щитом это не задоджить. Уйти от этого я тоже не могу, потому что она еще после себя же оставляет всякую хрень. Короче, прыжок надо доджить, не доджить, наоборот. Получается только ее билку, когда она хавает, потому что, ну, блядь, она 4 раза меня подряд сейчас хавала. Просто потому что она, блядь, подходит и все, я ничего не могу сделать. Охренительно. Так, ладно, время идет, надо ее бежать. Возможно, кстати, вот эта билка здесь плохо заходит, потому что у нее очень много зарядов. Я их пытаюсь все кастануть, она, конечно, хилит меня. А мне кажется, какой-нибудь С... Чего и тут? Вот эта штука, короче, да? Будет здесь полезнее. А, это не хилище, стоп. Да-да-да, это не хилище, все правильно. Ну, давайте попробуем через нее поиграть. Блин, нет. Хил нужен, нет. Что-то я, наверное, очень много не знаю, как доджить на ней. Так, идея свапнуть ульту мне тоже очень понравилась, кстати. Да, я все так оставлю. С, короче, бесполезно. Нет, С... Блин, против кого С? Скелеты супер полезны. Нет, давайте без скелетов. Ладно, скелеты тоже бесполезны. Вот эту штуку может быть призывать, потому что она касуется моментально. Практически. Но нету никого кастаема, в общем. Вот эти мне билки нужны. А, двойной спейс, может быть? Нет? Нет. Ладно, спейс я свой ставлю. Это все долго, это долго. Это заряды, это хрень. Ладно, давайте так. Давайте попробуем. А, она уже прыгнула. Мне надо почему-то ульту поменять. Мне спейситься надо, когда она рядом со мной находится. Всегда. Да вот, да, это прыжок был. А, блин, всегда там падает долго. Она съела меня. А, почему эта штука тоже есть меня? И этого ешь. И съела. Зачем это, блядь, привычка ёбаная? Что такое? Блин, она сожрала меня, потому что я... Ой, ушел, успел уйти, или? Так работает? Блять, ну вот она задела меня, я просто шел. Я должен был сделать. Блять, ой, не переключился. Таргет не подает, где-то, потому что я не понимаю, что происходит в некоторые моменты. Так, она уже улетела туда, давайте туда, кинем хрень. Сейчас не обнажать. И жадничать.
никого, да? Юнит. Не знаю, что делать. Я опять не могу понять. Ударили пушку, блять, что? Сука, убийся. Я на второй раз сожрать хотел, все, охренело. Блять, как уйти отсюда? Вон и арена. Убить секунд, жить 9 секунд, ёбаный. Ха, сука, жрет на расстоянии, тварь. Блять, не то. Ебите, 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 блядь, чего вы не выебли ее до сих пор? Она готова? Блядь, страшно подходить. Ай, блин, ну и хрень. Уф. Короче, сложно, непонятно, когда она делает просто обычный свой кусь, когда что-то другое делает. Все, тут вроде ничего больше не выпало. Также пойдемте сразу же потестим эту обилку, как работает ее прыжок. Кое-где хочу это затестить. Так, больше ничего нет, давайте отхилимся. Нечем отхилиться. Что с ним выпало? Ничего не выпало, да? Шелкопиады, это все хрень. Так, хочу отхилиться и обилку. Обилка жабы. А форма жабы, вы превращаетесь в жабу и можете высоко прыгать. Если получите урон, вы примете исходную форму. Кстати, вместо человека, например. Так, как это, во-первых, выглядит? Какая противная жаба, блин. И еще мы можем, получается, на пробел прыгать 3 раза. А, далеко можем прыгать? Фига. Там прикольно. ЖКД. Перезарядка 1 секунда. Прыжок. Перемещение. Но ползает очень долго, но прыгает зато прикольно. Так, я хочу... я хочу затестить вот эти штуки. Может быть, я могу теперь сюда попасть? Где-то лошадь у меня вообще была. Волк, мне кажется, быстрее крысы бегает, да? Вроде где-то было написано, что волк вообще дает скорость, а крыса вроде не дает скорость. 45%, да, движение, да, скорость движения, а у крысы ничего не возрастает, да. Волк получается быстрее. Ну, лошадь еще быстрее. А, так, это с этой стороны. Так, отвалите, 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 отвалите. А мне нужно сюда. Что-то светится, бать. Чуваки, ну давайте без этого. Не знаю, блин, вот хочется какой-нибудь ДПС-метр. Смотреть, кто какой обилка, сколько он дамажит. Что там меня реально дамажило, я не знаю. Это даже так. А куда я войду? Блин, здесь меня там не убьют моментально. Что это? Летело, блин. Ха, тут есть наземные эти штуки. Я не знал то, что они есть наземные. Это переходы, да? Где я? А, я здесь. Это, походу, реально просто переходы? Лол. То есть я сейчас могу сюда спрыгнуть. А мне там лошадка осталась. Лошадку верните. И... Это кто, кстати? Это где? А, это я понял, где это. Форма жабы. Нет? Серьезно? Нет, это так не работает? Да лол. В смысле, почему? Может, издалека надо? Игра. Что за хрень? Так, прощай, лошадка. А совсем никуда не могу запрыгнуть или что? Давайте что-нибудь пониже поищем. Может быть, это слишком высокое, специально так сделано. Окей, ну там как минимум это шорткат, похоже. Типа я сразу в эту локу. А на лошади можно было? Блин, если на лошади можно было. Ну и получается, и сюда не могу запрыгнуть. Ну ладно, нет, погодите, это высоко, не, это не то.
Нужно обычную. Вот это, например, могу сюда запрыгнуть. Так где, блин, по карте уже видно. А, и тут, наверное, слишком высоко. Смысл жабы? Что, разогнаться надо? А? А зачем? Так. Или там не написано, что на выступе можно высоко прыгать? А зачем мне, блядь, высоко прыгать в этой игре? Объясните. Если я ни на что запрыгнуть не могу. Смысл высоко, блядь, прыгнуть? А? Что-то не понимаю или что? Так как это супер юзлсная жаба оказалась. То есть вот сюда я запрыгнуть не могу. То есть вот я хочу вот эту штучку, но запрыгнуть сюда не могу, да? Чего? Что я могу на камень запрыгнуть из камня? Нет, я, блин, мышкой выбираю, куда запрыгивать, да. Вот, я навожу сюда, хочу запрыгнуть сюда. Может, на край надо? Может, наоборот, дальше надо? Блин, выглядит так, как будто я должен, наоборот, запрыгивать. Высоко прыгать. А, вот, наверное, на эти, да? Блин, я понял, окей. А, тут, блин, тени, нет, алло, 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 нет, 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 блядь, 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 паника, 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 блядь, а, можно так не делать, тогда отвалить, чуваки, блин, у меня тут чуть этот солнечный удар не случился. А, окей, хорошо, это на маленький выступ запрыгнуть, а где вы видели в последний раз маленький выступ? По-моему, это единственный выступ в игре, который нашел. Ну, что-то такое себе, ну... Не, ладно, просто я ожидал больше, ладно. Про все. Нормальная билка, просто как бы на маленький запрыгивает. Где вообще, что тут делаю? Как я сюда попал? Ну, ладно, в инвентаре ничего нет интересного? Да. Тогда, получается, пойду домой, наверное, все. Уже бы ничего не было, Джейд, мы посмотрели, все посмотрели. Окей. Тогда все, на... Сейчас просто побегу домой.